Даже не Ладно, так много. на удочках попою. Снайперы на одной поедут. А вот мы вот так поедем, пехтура. Нас там тройки эти убьют и заберут снайперки. И у них там и это убьют. УАЗики с ДШКшками, а одна СПГшка имеется. Ты думаешь, прям прикрывать надо? Хоть одного да. человечка бы. Ну давай прикроем вас. Альфа ее нарисовал. То, что мы там будем, как бы, может нам тогда хотя бы в лес утопиться? Ну давайте. Это я пробрал. Я говорю, 240 в глубь уходит. А нет, это не с того бега. РПГ. Не-не-не. Под каким у него углом скелет? 360 мускул. На 240 уже двигались, да? Давайте на 300 поворачиваем. Уже вдоль дороги, тут дорога есть такая проселочная. А нет, вижу. Вдоль дороги на север или на... Да, на север. И это с того берега. Ну, дорогу пересекаем даже. Короче, север держим. К воде не выходить не надо. Да просто пройдем и все. Главное дойти. Е, вы там идете вообще, да? Да. Вон меточки. А че вы там далеко? А они спускались так. Просто сели. По нам СПГ на нашем месте высадка отработала. Скорее всего, где-то на фланге. Их
шальные люди ходят, либо на перешейке. Сейчас сколько людей осталось? Ну, все со мной пока. Может, она какой-то дополнительный? Держись. Ну, ДВ выйди, ДВ есть. ДВ 43, у меня ДВ нет. Ну, на КВ бей, ё-мо. Так в КВ 43 не вбивается, диапазон вбивается. Вбивается. У них мины. Так, со Сдоником связался, они позади нас. Сейчас нам в спину было заходить. Работал рядом со мной. Что, у нас там потери есть какие-то? Парни, нет. В смысле вбивает? Ну вот я тебя слышу, ё-мо. Да всё, а как, я наш раньше не вбивал. Ты что-то поменял? Ты учти, что... Ты... Нет, учти, что мы у тебя впереди, чтобы твои бойцы нас не положили. Ты, если что, говоришь, но мои снайперы будут по вас попадать. Ладно. Ну что, отдохнули, да? Будем пробовать вперед проходить. Давайте я пойду первым. Здесь как раз на дороге такие складки хорошие. Я думал, как могли минусы зайшел. Минус против. Точно, вдоль дороги можно пройти. А вдоль дороги их с хорошей складки местности можно по ним пройти. Там лимит как короче. Короче, жив еще? Да. Отлично. На крыше лежит. Ой, ему спину. Они из зеленого триггера могут выходить? Че у них форма типа долго круче сталкеры? Вот такая вот. Убил одного, убил одного. На крышу убил одного, нужно проходить. Ага. Смешно. Так, это год был, короче. Откуда ты знал? Я его убил. А, ты заснял док. Будьте внимательны, у нас на 30, там вдалеке елка, какая-то хрень белеет. Я пострелял по ней, но она не шевелится, но смущает уже. А что нужно стволы? Калаши будет. Елочка прям. Черт, они что-то заподозрили. Что-то кто-то умер? Да. Они спросили Гонза, а потом опечалились, кто он умер. Теперь не знаю, что ладно ушить. Кого-то кто-нибудь забрал? Подожди, дай я бунтов. Рик, на шепот перейти к бунтов там. Уже. Забор будет подходить. И вообще у нас сет человек где-нибудь есть? Или без запечатка, чтобы через ход не заходить, а взорвать забор. Есть? Есть. Гранаты не похожи. А с Доник у вас какая-нибудь взрывчатка есть? КП хитом. Сейчас. Блин, хреново, туда через ход придется переться. Забор здесь вокруг базы. Наверное, не сплошная. ПЗ, это, повернитесь там как-то все, говорят, вам заходит в спину кто-то. Я не знаю, там точно, но мне снайперы говорят, что вам в спину заходит противник. В спину? А. Не знаю, у нас все нормально. Ну пусть вот все твои проверят спину.
Короче, там по КВшке вражеские сказали, кому-то в спину заходит. Мимо. Поняли? Кому-то в спину заходит из нас. По сторонам оглядывайтесь. Короче, ты забыл? Да. Целый. Я сзади тебя, сзади тебя. Блин, главный вход совсем стоял. Миномет, это миномет. Да, нет, скажу тебе. Паша, знаешь, где порт стреляет? Что? Знаешь, где порт стреляет? На 80, где лазик горел, что его застроили, и он с окна стреляет. Слышишь, Костя? А здесь на кончиковой? Если что, Виталина, пробись. Хреново. Да, во мне это бег, по мне бил. Короче, ты где? Я смотрю, пока он будет не приметить. Понял, мы на территорию будем заходить? Да, нет, не знаю, я пока идти не буду ждать. Да нет, это в тихий смотрю, да. Ты зачем по мне кпыришь? Ё-моё, свои бьют по мне. А чё у нас власть тут? Понятия не имею, мне с... Бьют, миномет бьют. Паша же бьют, а не миномет. Передай Рику, если у него метка правильная, чтоб меня не убьет, так перестреляемся. Рик, со мной рядом. Почему передать, что бьют миномет? А ГПшная у вас. Понял. Короче, ГПшка это была своя, от БИ. Ну что, мы на территорию ходить будем? Ты же как говоришь, с лазика? Руки нет, нет, нет. Да, лазик горящий, видимо. И там справа окно, если вы нас сюда стреляли. А, там Паша, значит, не вас, там кто-то другой выказал. Я видел там голова, не влазит. Просто со стороны дороги. Наш пытается снайпера его убить, но может нам зайти в спину, понимаешь, такая ситуация. Ну, значит, сходить надо, понимаешь. На территорию больше шансов, чем... Я хожу. Я же внутри. Какие это возле ты мяч все в лазик отберешь, блин. Где дым? Да, да, да. Кидаю гранату туда. Я тоже туда кину. Подожди, будем штурмовать чуть-чуть. Всё, отставить гранату. Минус. Слева был один. Кто?
стреляю в весь этот куб. Что такое? Что? Я думаю, на вас будет.
плюс один на территории. Ну да, вот он зашел. Не стреляй, не стреляй по зоне. Один уже есть. Подстрелил, на крыше был. Что там произошло, что-то с того метра, где ушел? Да че там было? Я тоже
не мог. Я на 100 метров не мог попасть, у меня уже летало, фиг знает куда. Интересно, непонятно, что так быстро меня положили. А почему он до сих пор без оружия? Или что это? А, я скинул, видимо. Пошли рудку и забрали. Там где укроп сидит, я его видел, что-то голова от того окна вылазила. Я же сидел и ждал, наверное, минут 5, как он. А он переполз в другую сторону. Да. По тактике все было. Там кто закрылся с УАЗиком, которого мы убили сейчас? Сметана. Чем нафига он закрылся? Да это тоже все сказали. Да вас там трое было, я жить хотел. Туда гранаты можно скинуть. Не был бы четвертый. Да, в чем прикол, ваши уже пытались, они переранили. Вот там видишь, рядом медикаменты валяются, это они. Это не мы, это они, да. Да. Не, Аздоник закинул ГП-ху, она хорошо. Она отлетела далеко назад, взорвалась. Аздоник, когда ГП-ху закинул туда, он меня убил и двух наших ранил. То есть, а, ты принципе, еще убил кого-то? Меня убил, да, ГП-ху. Хорошо, да, убил. Там можно заштурмовать нормально без этого. Надо что было за... прям, да, ложить там, где тупо... Да, ну это было, чё вот ты... То есть там оптимальный вариант с противоположного окна прокинуть ГП-ху за УАЗик. Но да это, там, с... это туда не выйдешь, да. Тебя там убьют. Поэтому как-то под углом можно было закинуть в северо-восточный угол. Да, так будет. Макдок там сейчас напрягает. Так как он по такому ветру стреляет на такую дистанцию? Ну, пристрелялся и поправки ввел. Что-то. Офигеть. Так, в чем прикол, его сейчас сзади обойдут. Кто? Макдок. Да. Обойду. А его же не слышно, почему да, обойдут. Так, так что раз повезло. Просто он наткнется. Наступит и убьют. Да. Если Макдок не развернется, не слышит. Пас, а канал 200-х на отстреле он планируется или нет? Надо посмотреть, не знаю. 200? Ну что, было бы очень хорошо, если бы он был. Я бы не хотел слушать эту мапу. Мап перемо. Ну ладно. Можно не включать. Да, можно не включать же, да. Когда тут заявки? Да. Мне придется их как-нибудь игнорировать. А с чего заявить? А. Ну, со скорпиня запрещено правильно. Понятно. Это лучше не концерт. Блин, представляешь, ты, короче, доступ и начнется школа. Да. Есть еще вариант. Поставить канал 200-х и никому не рассказывать, что это. Ой, хорошо, ГП-хнул, просто же было на 200-х. Смотрите, правильно, сбоку заходит. Бог текстурки разглядывает. Боку, сбоку заходи. Кто ГП-х кинул? Вестуч. Вестуч, да. А, ГП-хи есть у Вестуч. Ну, может и штурманут, кстати. Ну, да, ну, одну кинул туда и все. Ну, не одну. Аздоник туда что 4 кинул. Он лучше с фейл будет. Всех не получилось. Кого кажется? Сейчас могу, нет, тут нету лестницы. Вы не заметили, упаду. Ааа, выступал с лестницей? Да. Она же это, со сталкера, она же, да, без этой. Тут часть. Это, в лабораторию страны. Без одного пролета. А, то есть это не лестница? Да. Нет, это лестница, видишь, я уже видеть даже нету, да. А. Поднялся. Он такой без задней мышцы по привычке, бабах. Это как в лифт, да? Двери открылись и зашел, а лифта нет. Что-то Прайс с Макдогом друг друга не видят. Башкир, что ли? Детектор у меня. Нам Макдогу и не надо, сейчас он за ним все увидит. Есть он без ног. Есть. Там палатка есть. А, не починишься, я пытался.
Что там происходит? Наказал лестницу. О, все. Сейчас справишься, блядь, мой дядя. Нет. Чего? Он прям на него шел. Да, просто выстрел. Он прям на него лицом шел. Он не смотри. Нет. Так, а Брок-то опять залез туда, куда я, и сейчас тоже садится. Угу. Бездарно. Скорее всего. А как он, как поселился? Если вот он я лежу рядом с собой, ну, вот это вот. Хотя не видно сейчас. Сейчас туда. Да на крышу его броню снимешь. Тот, кого первого слили, ты хочешь? Ну, на крышу он там, где Паша. А, не помню. Есть! Чего ГП? Или это граната? Граната. Вест выдолбили. Как лестница растет? Тупая лестница. Ну, можно выглядеть. На зуме выходил. Лестница, она сыграла лучше всех зеленых. С ГП-ками было. Стратегически важный слот. Почему прайс не идёт задачу? Прикрывает. Прикрывает же, да, ищет кого. Мэддога, наверное. Мэддога, скорее всего. Блин, я хотел туда ГПшку кинуть в окно. Так по тактику проверяет. А Сдоник написал, вот и проверяет. Да. Ну, вообще, Мэддога. Не, не снял. Да нет. Сейчас стреляет на дом. Все. Все. Прощай, Брок. Как раз. Да все, Рубин. Прайс сото ушел, зашибись. На Руби. Прайс как раз отошел, он не слышит выстрела. Сейчас декор круги будет нарезать. Блин, ну кроп сейчас купил на пол. О, увидел. Да мы сделали хотя бы. Не-не-не. Че за дом? Веня прям в голову попала. Помоги. Да. Еще живой. Вот тело, еще раз. Ай, блин, да что такое? Ну как вы увидели, а? Ты что, прямо вредно? Ты же на голом месте лежал. Ты на голом месте прям. Вот там полчаса валялись. Блин, одного не добил, да? Блин. Ну да. Он, наверное, не встанет. На входе еще одного убил. Вот он еще, он уже с нами уже. 3 на 2 часа. Уже не станет точно. А может и не станет. А сколько времени идет? Блин, видел на западе еще одного. Блин, ничего не успел сделать. Не, я просто по сам там увидел. И видел, давайте поставлю. Так порох накуривать хочется, или наверное. Ты что-то когда заходил, да, накуривай. Не ту сторону смотрел. Соник, напишу, чтобы он деревяшку. А если кинуть туда дым? Ну, раскочегаемся и зайти в этот дым и ГП-шный. ГП выстрел. Гранат пошел. Блядь, ну где туда гранат? Не тот закон штурмует. Это хорошо. Да. О, видно, я тоже на тот начал. Да, Светана хорош. Да, Светана молодец. Я вот так себе забаррикадировался и слился. Да, да нет, я хотел, если в один момент потом увидел, что рюкзак торчит, кинул туда гранату сам. Хоть я и сидел за двумя стенами, меня глушило. Не, походу нужно сейчас прыгать. Я видел, да, четко граната упала. Я только по нему стрелял, граната по нему прилетает, прямо в ноги. О, полетело. Правильно? Недолет. Не зацепил. Пусть он пострелит. Так у меня утроп на костре лежит, собака на ногах. Что там нету, что нет вообще. После ГП-хи Аздоника штаны слышим, да. Мерзкий запах. Не постреливай. Меня полутали. Простреливает. Нет. Нет, вот он сейчас. Нет, не прострелит. Он надо 72. 72 прострелить. Надо звуковый, короче. Прострелило только с ДШКМ. А на ДШК сесть и стрельнуть. Скажите, хай за ДШК сядет.
Надо им гранату просто закинуть. Там скайм не подъедет, надо сюда. Да блин, сейчас укроп вылезет и сольется, отвечаю. Ну ладно. Смотри, дэк. Ой, дэк. Гранату. Что он делает? Бум. Есть. Готов. Че, он живой или ранен? Вообще, нет. Ну че, научила же мама, что это не лутает. Сейчас устроим. Опа, пошли уже, сознанно. Ну как? А ты его чем? О, прикрыл. Эпичное завершение.